По легенде учений, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в лесу вблизи озера Суко. На пожар в условиях труднопроходимой местности выехал личный состав муниципальной службы спасения. 21 специалист задействовали 4 единицы спецтехники. Очаг возгорания находился на высоте около 100 метров над уровнем моря. Подъехать пожарной технике невозможно. В этом главная особенность и сложность учений. Учения данные проводятся с целью подготовки к пожароопасному периоду, то есть у нас начинается летний сезон. По плану муниципального учреждения службы спасения нашим отделом ежегодно проводятся такие пожарно-тактические учения. Спасатели развернули пожарные рукава, установили мотопомпы и контролировали подачу воды в промежуточные емкости. Первая мотопомпа забирала воду из озера и подавала по цепочке к следующим. Специалисты отработали слаженно, каждый на своей позиции. Одни установили оборудование, другие тушили условный пожар. Это мы сейчас с двух линий проводили. Можем также сделать в одну линию, соответственно, у нас длина подачи воды увеличится намного. Спасатели на практике отработали навыки по прокладке магистральных линий и подаче воды с использованием пожарных мотопомп. Потушили пожар на площади 50 квадратных метров. Учение я оцениваю на оценку удовлетворительно. В принципе, с поставленной задачей личный состав справился. То, что мы планировали как бы отработать навыки и способы подачи огнетушащих средств по тушению лесных пожаров, были нами выполнены. На построение, полное боевое развертывание и подачу воды к кромке пожара спасателям понадобилось около 20 минут. Условия учений максимально приближены к настоящим, а напчане показали отличные результаты.